Неуправляемая 20-тонная машина обрушивается с неба на оживленную магистраль. Сцена, более похожая на кадры из голливудского фильма «Катастрофы», попадает в объективы сразу нескольких видеорегистраторов. Крылов спарывает крышу проезжающему такси, его водитель и пассажир получают травмы. А вот владельцу авто, чья камера запечатлела этот момент, повезло, от сокрушительного удара спасли считанные мгновения. Фрагменты левого крыла и хвостового оперения разбрасывают по эстакаде на десятки метров. АТР-72 падает в реку. Он расколот на несколько частей. Некоторым уцелевшим удается самостоятельно выбраться из салона. Подоспевшие на лодках спасатели снимают их прямо с фюзеляжа. Драматичные кадры в прямом эфире транслируют ведущие информагентства и телеканалы. Носовая часть лайнера погружена в воду. Нам нужны мощные краны, чтобы поднять обломки. В головной части лайнера могут находиться выжившие, но сейчас они в ловушке. На борту самолета находились 5 членов экипажа и 53 пассажира, включая двух маленьких детей. Малышей успели спасти. Спасатели на лодке достали детей прямо из реки. С ними все в порядке, им оказывают помощь. АТР-72 выполнял внутренний рейс из Тайбэя на острова архипелага Цзиньмэнь. Больше половины из зарегистрировавшихся на рейс китайские туристы. Иностранцев, в том числе россиян, как заявил перевозчик, на борту не было. Известно, что самолет был практически новый, в эксплуатации находился меньше года, а последнюю проверку проходил совсем недавно, 26 января. Как сообщили диспетчеры, пилот после взлета успел трижды подать сигнал тревоги. Свет на причины трагедии должны пролить данные из черных ящиков. Оба уже обнаружены, расшифровку обещают начать ближе к вечеру. Для проведения дальнейших работ спасатели возвели легкий плавучий мост. И сейчас уже армейские инженеры готовятся заменить его более прочной конструкцией. На Тайване за последние 20 лет, кроме этого случая, были еще 3 инцидента с участием самолета АТР-72. Последний в июле прошлого года, причем с лайнером той же авиакомпании «Трансэйша». Во время захода на посадку в сложных метеоусловиях борт врезался в жилые дома. Тогда погибли 49 человек.